Всех приветствую, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре мышь от компании Razer модели Abyssus V2. Это та самая мышь, которая стоит 3500 рублей. На борту у нее установлен оптический сенсор от компании PixArt 3329, ну будем считать, что это улучшенный 3325. 5 миллионов нажатий омрончики под основными кнопками, механический энкодер колеса, боковых кнопок нету. Все, 3500 рублей. Учитывая, что G102 у нас можно купить за 1500-2000 рублей. А там и омроны на 10 миллионов нажатий, и тот же самый механический энкодер колеса, и форма, и полноценный RGB, а главное, Mercury. Тот самый Mercury, который может соперничать с более дорогими сенсорами, и это за цену практически в два раза более низкую, чем у Abyssus V2. Ну ладно, будем разбираться, будем посмотреть. Снизу что у нас имеется? 4 ножки, одна вокруг сенсора и 3 стандартные. К ним претензий нету, хорошее скольжение, очень приятное. По скольжению такое, знаете, благородное. Чувствуется, что они постепенно стачиваются и полируются. Честно сказать, готов им поставить 4,5 балла. Нету вот специальных выемок для быстрой замены ножек. Ну, что называется, у многих мышей их нету, поэтому будем считать, что это такая субъективная моя придирка. Окошко сенсора не развернуто, сам сенсор там не повернут и находится строго по центру. Никаких органов управления здесь не имеется. Защита от перегиба у нас достаточно массивная, выходит высоко и держит кабель достаточно ровно и параллельно ковру, поэтому никаких терок здесь нету. Сам же кабель достоин просто величайшей похвалы. Такое ощущение, что взяли и так классный кабель от Desadera, просто лишили его оплетки, и теперь реально это очень тоненькая, очень приятная, практически никак не ощущаемая колбаска. В общем, 5 с плюсом. Что у нас по форме и материалам? Да, это тот же самый, по большому счету, Abyssus 2014. Верхняя у нас пластина, как всегда, выполнена из очень такой структуры. Я не знаю, это пластик такой, это лакокрасочное покрытие, которому придали такую форму. Но она очень матированная, очень такая вот терочка. Это есть у дозадоров, это есть у других мышей Razer. Единственное, что со временем эта терочка может полироваться. Это первое такое вот замечание. Дальше по бокам, как с левой, так и с правой стороны, у мыши теперь есть резиночки. Резиночки в стиле Desadera. Раньше у Abyssus 2014 здесь не было резинок. Был глянцевый пластик, в котором были вот отпескоструены соты. Это был просто полный капец. Здесь же приятные резиночки. У некоторых на липких, таких скользких руках это может все скользить. В сухом варианте это не скользит. И естественно, это что-то похожее на силикон. Это не разъестся. Так что за резиночки очень даже неплохо все. Сборка, ну такая, средненькая. Сама мышь по себе весит 88 грамм. Здесь имеется грузик. Я смотрел это на фотках разбора. Так что может она весить мельче. Плюс, учитывая, что кабель здесь очень тоненький и невесомый, мышь очень классно смотрится. Единственное, что вот этот грузик, он немножко делает развесовку мыши достаточно странной. Чтобы она приняла такое более-менее стабильное положение, нужно браться ближе к концу. То есть хвост у нас чуть-чуть тяжелее. Если взяться, к примеру, как я берусь, чуть ухожу за середину, то хвост сразу начинает опрокидываться. По форме. Форма здесь, честно говоря, великолепная. И мне нравится как ладонным, так пальцем. Как ладонно-пальцем, и даже когтем. Все идеально заходит. Очень приятное расширение передней части, при этом сужение нижней передней части. То есть палец как бы туда заходит и очень хорошо фиксируется. И приятное расширение нижней части и с приятным таким подъемом задницы мыши. То есть все очень даже достойно. Форма здесь вот нравится. Особенно с резинками все очень классно.
Ну а теперь поехали по огородам, что называется. Самое фейл здесь заключается в основных кнопках. Ну, во-первых, давайте пощелкаю. Вы слышите эти глухие удары. В общем-то, к самим Амронам у меня претензий никаких нету, но пластины болтаются, люфтят, называйте как хотите. Они сами по себе издают такой глухой стук, стук как при накликивании, так и при возврате. В общем, это просто... просто погремушка. Как основная кнопка, так и дота кнопка. Ну просто, просто нереально. Плюс сам по себе клик невнятный, нечеткий, с плохим возвратом. Накликивать быстро очень сильно устает палец. В общем, полный дисреспект. Колесико у нас механический энкодер. Форма колесика вы все прекрасно можете видеть. Претензий к нему у меня никаких нету. И по большому счету реализовано оно тоже добротно. Такое легенькое, но при этом отсечки здесь относительно хорошо чувствуются. Негромкое. Единственное, что как разработается этот механический энкодер и не потеряет ли отсечки это колесо, я не знаю. Оно практически не люфтит. Ну, за тем исключением, что если вот двигать его с... право налево, то оно немножко приподнимается. Ну, из-за того, что здесь у нас энкодер, а здесь штанга, которая давит на маленькую тактовую кнопочку. То есть колесико, ну, я думаю, очень близко к G102. Но G102 мне понравилось чуть лучше. Клик на колесико в меру тугой, но тяготеет больше к такому тугому. Поэтому я бы сделал его чуть-чуть полегче. Кнопка смены DPI тоже слегка люфтит. Сенсор 3329. И здесь примерно то же самое, как с Abyssus 2014. Здесь не надо устанавливать, скажем так, Synapse. Или установили, настроили, удалили. Дело в том, что как только начинает шиграться с лодом, все, то он... кажется больше. Ты ставишь минимальное значение, а оказывается, что значение лода чуть ли не больше, чем если бы вы удалили Synapse. Поэтому Abyssus'ы давно не дружат с Synapse'ами. Если по факту оценивать голый сенсор, в принципе он добротный. Мне понравилось, как он отрабатывает. Кому интересно, в ссылке описании будет... на сайт ссылка PixArt, где вы сможете прочесть характеристики PixArt 3325. Ну, это улучшенный 3325, 3329. Отрабатывает он более-менее. Настройка Lift of Distance, лот здесь больше, чем средний. Но он на таких значениях верхняя граница удобоваримости. То есть, сильно-сильно он меня не раздражает. Отыгрывает он хорошо, больше всего он мне понравился на значениях 800. Не на 400, а на 800. Не знаю, может это у меня бзик в последнее время. 400 мне DPI у мышей некоторых не совсем нравится. А вот 800 добротно. Но, опять же, именно что добротно. То есть он работяжка, выполняет свою роль. Но никакой заявки, абсолютно никакой заявки на премиумность и топовость. То есть, если в G102 Mercury, ну просто в у него огромные диапазоны настроек каждой характеристики, и они в верхние значения очень часто пересекаются с топовым сегментом, то здесь о топе говорить и не приходится. Ну и по факту, что мы имеем? Что мы имеем? Мы имеем хорошие ножки, хороший кабель, хорошую форму и более-менее колесо. Грубо говоря, если бы вы хотели купить мышь с хорошими ножками, с хорошим кабелем и с хорошей формой, то пожалуйста. В остальном дикий оверпрайс, и мышь в целом недоступна для покупки. Недостойна, недоступна, и вообще забудьте о ней. Only G102. Всем спасибо за внимание и пока-пока.
Mm-hmm.